Какой у Антона любимый город в России? Мой любимый город в России — Москва. Я каждый раз, когда еду по Москве, делаю это каждый день, я с удивлением обнаруживаю, какой же все-таки Москва прекрасный, красивый город. Чем раньше мне так не казалось. Но с каждым днем я, ну, поскольку у меня есть некоторое представление о том, как выглядят города по миру, это же не только Париж, да, построенный по одному проекту бароном Османом, а разные города есть, понимаете? Какая-нибудь среднестатистическая американская провинция, или даже, вот, знаете, когда ты уезжаешь из аэропорта имени Кеннеди в город Нью-Йорк, ты едешь по довольно неказистой трассе и видишь, как это выглядит, все эти пригороды Нью-Йорка выглядят. Это не то чтобы какое-то феерическое зрелище. Вот, поэтому Москва мне ужасно нравится. Это очень удобный, очень вкусный, очень недорогой и очень удобный город. То есть мне здесь в последнее время очень удобно. И честно хочу сказать, что огромное количество из того, что здесь... Почему это так? Это произошло благодаря мэру Собянину. То есть на город стало просто приятно смотреть, по городу приятно ходить. Для меня это важно. Я живу сейчас недалеко от Курского вокзала, и я хочу сказать, что раньше этот район раньше был одним из самых омерзительных и неприятных. Ну, когда я был, мне было лет 15, районов в стране причем, то есть это был просто очень опасный район. А сейчас это невероятно, невероятно домашний, стриженный такой тихий центр с старушками, гуляющими со своими собачками, здоровающимися, приносящими друг другу еду и так далее. Это очень все мило.